покорен. У нас вот это два элитных дома, вот мы в одном сидели, с другого дома погорельцы пришли, 96 человек в паркинге у нас было. Мы с дочкой каждый день за водой. Мы ушли 10 апреля. У меня было 45 лет. Все, девчата, по коням, мы еще в опасном месте, отсюда надо текать. Мужики, всего доброго. Да. Хлопцы, спасибо за службу. Все, счастливо. Разве так приветствуют Мариуполь, выживший в боях? Мы вас приветствуем, ура! Спасибо вам за все! Стесняйтесь, не ходьте, хорошо. Лавицкого это наш. Я приехал в Каменское, где я сегодня прыгал от взрывов в окопы. Они идут с чемоданами через линию фронта. Ну, в поселке линия фронта между Васильевкой и Каменской. Они идут пешком. Мы подскочили, быстро загрузили их. ООН вывезло 200, а бывший мариупольский беспризорник, у нас сидит Артем, мой сынуха, вывез 1200. Мы счастливы. Мы тоже. Девочки, а вот эти штучки тоже надо кушать. Да, будет все хорошо. Обязательно победим. Кушать этот раз мы победим. Да? Отстроим наш город, отстроим наш город. Но я уверен, мы больше этого не допустим. Кто бургер не ел? Надо вернуться на драмтеатр. И будет концерт. И будет концерт на драмтеатре.